Этикетка на ведре. Всем мое здравствуйте, вы на канале «Удачные моменты» Светланы Агафоновой. Видео мое будет не для знатных плетунов. Конечно же, они все знают о том, как снять этикетку с ведра. Видео мое будет для новичков, для тех, кто только начинает плести. Знаю и помню себя, как раздражала меня этикетка на ведре, и что только я не делала, чтобы ее снять. И водой мочила, и ножом скоблила. Но ничего не помогала, и очень долго я снимала этикетку. Да, она меня раздражала, и до сих пор она меня раздражает, и не могу я ее оставить под плетением. Так что же сделать? И вот пока один умный человек мне не сказал, что нужно для этого взять фен, этикетку феном нагреть, и тогда она очень легко за считанную минуту уберется. Вот и сейчас я вам это покажу, как сделать. И очень рада буду, что для человека, который только начинает заниматься плетением, мой совет, и не только это мой, поможет. Итак, берем фен и начинаем нагревать нашу этикетку с ведром. А теперь берем и легонечко начинаем ее за уголочек тянуть. Видите, она начинает спокойно, совершенно спокойно, под теплым воздухом, под горячим отходить. И не надо ее ни скоблить, ни размачивать. Она начинает сама отходить. И она вас уже не будет раздражать, что она осталась под плетением, как раздражала меня. Все оказалось очень легко и просто. Все, она улетела. Можно выключить фен. Всего вам хорошего. Плетите с удовольствием. Подписывайтесь ко мне на канал. Мира вам и добра.